Здорово, елки-палки, давно не виделись. Так, значит, посылка со Сбермаркета. Пришел промокод, не помню, по-моему, на 2 рубля. Ну, 2000. И там была еще возможность истратить спасибо от Сбербанка. Но оказалось, что к промокодам спасибо от Сбербанка не клеится. Я не знаю, почему такой бред. Вот. Я бы эту вещь купил бы гораздо раньше. Ну, ты уже по описанию знаешь, что здесь у меня хлебопечка. Вот она, Galaxy Line. Скидка была, я не знаю, я в математике не шарю, я сейчас уже не помню. Скидка была до хрена процентов, причем она мне вышла 1000 за 5 с промокодом, со всей фигней. Так она стоила 19 с чем-то, насколько я помню. Не знаю, почему так упала в цене. Смотрел, там есть в Сбермегамаркете. Кстати, вполне приемлемое приложение. Не знаю, чего его все так ругают. Там есть сравнение. Вот такой вариант. Я сравнивал с другими печками. Ничем особенным она, в принципе, не отличается. Купил, можно сказать, из жадности, потому что слишком большая скидка, и, возможно, она какая-то там особенная, клевая. Но в ней можно готовить кексы. Это из того, что я помню, чем она вроде как отличается. Тут ощущение, что кто-то здесь уже побывал. Еще бы что-то про Сбермегамаркет, я бы сказал. Очень много негатива в отзывах. Вот. Качал я приложуху Сбермегамаркет в... Что тут написано? Алеша, прикинь. Чего? Покупая товары Galaxy, вы помогаете детям по подопечным фонда Алеша. Алеша, благотворительный фонд. Сука, хочу эту наклейку. Ладно, потом. Так. Отзывы, в принципе, на нее нормальные. Ну, почти все. Так, и это просто распаковка. Тут я уже покоцал, когда разрезал. Молодец. Ее так специально положили. Здесь должны быть еще какие-то. Я думал, целая книжка будет толстенная. Ладно. Это, наверное, гарантия. Я ничего не понимаю в хлебопечках. А нет, это не гарантия. О, Курдыш, Дырган. Все на казахском, как обычно. Так. А нет. Руководство по эксплуатации. Видимо, здесь... А, здесь таблица, смотри. Классический хлеб. Вода, соль, все разложено. Да, и она отличается от более дешевых моделей тем, что хлеб здесь, ну, небольшой получается. То есть в других моделях около килограмма, здесь 750 грамм. Но я живу один, с некоторых пор совсем один. И, видимо, это надолго. И хлеб я особо не злоупотребляю, поэтому как-то так мне должно хватить. Так, и это пока только распаковка. Тест я, наверное, отдельным видео сниму. Сразу скажу, да, тут будет много болтовни, терпи. В связи с недавними или уже давними событиями. Так, 600 ватт, что тут еще можно? Автоматический диспенсер. В связи с недавними событиями у меня там накрылся адобовский премьер, старенький, естественно. Поэтому монтировать пока не могу и не горю желанием. В связи с этими же недавними событиями Google у меня, не отключая монетизацию, продолжал складывать себе мои бабки с рекламы, а я не хочу, чтобы... Ты смотрел, допустим, рекламу моих видео, за которые я никогда ничего не получу. Поэтому я отключил монетизацию и критику в адрес этого видео я буду воспринимать хохоча.
Не нравится — не смотри, пошел в жопу, мудак. Нравится — ставь лайк. Ты хороший человек, я тебя люблю. Как-то так. Теперь будет. Без уважения к хейтерам. Задолбали, потому что. Так. И тут какие-то штуки. Сразу все сломал. Так, это, наверное, сюда, в эту. А что, это чашка несъемная? Зачем ручка? А ручка зачем? Сейчас вырву с мясом. Так, похоже, вот так ставится. А можно вот, нет, вот так. Да, я ничего не понимаю в турбопечках. А что, она не закрепляется, эта штука? Так, тут все сенсорное. Вес, цвет, старт, меню. Прикольный дозатор. Какая-то фигня. Это какой-то ключ. А, это, наверное, если горячий, можно было ведерко вынуть. Но его нельзя вынуть. Запретили. Сейчас такое время, все запрещают. И какая-то фигня. Типа можно ее заправлять во время. Это я уже читал в характеристиках. Ее можно как-то там заправлять чем-то во время готовки. Тут даже написано: классический хлеб, французский хлеб. Не знаю, как он отличается. Сдоба, сверхбыстрая выпечка, быстрая выпечка, кекс. Кекс, вот кекс был ключевым моментом, почему я ее обратил на нее внимание. Десерты, рисовый хлеб, блин, очень интересно. Цельнозерновой хлеб, безглютеновый хлеб, тоже интересно. Молочная каша, интересно. Рис, это прям дико интересно, потому что у меня совершенно никогда не получается рис. Я хочу сделать нормальный рис и попробовать нормально сделать дома суши. Если получится, будет вообще божественно. Йогурт. Тоже это одно из ключевых. В общем, тут много совпало. И еще, почему я давным-давно хочу хлебопечку. Это экономно, это при цене на хлеб это окупится. Вдумайся, маленький кусочек хлеба стоит дохрена денег. В то время как муки на него уходят, ну, буквально щепотка. Да, то есть 2 килограмма муки за 50 рублей можно сделать офигеть как много хлеба. Тут еще какая-то есть штука интересная вот здесь, смотри-ка. Вот это что такое? А, это, наверное, для кабеля. Так. И то есть вот рис, это то, что меня прямо выбило. Кекс я хотел, кекс, рис и йогурт. Джем я так могу сделать. Рисовое вино здесь есть. И выпечка. Тесто для пиццы. Тесто для пиццы, ну, это, я так скажу, оно мешается. Тут как раз много теста для пиццы не надо. Мешать вручную бывает лень. А тут прям закинул, оно все сделалось само. Это круто. Круто был. Да, этот видос для тех, кто любит мои вот эти вот, где я много болтаю. Как эта штука открывается? Так, ну давай попробуем ее воткнуть в розетку. Сейчас сразу надо и рис купить. Блин, вчера варенье сделал с брусники. Пока купались, подошел к берегу, набрал брусники и уже сделал варенье. Можно было здесь сделать. Молочная каша. Я все это хочу попробовать периодически. Так. Так, во что ее воткнуть? О, розетку воткну, например. Ой! И чё? Теперь можно вынуть чашку. Может, она не съемная? Тогда зачем вот она, вот ручка здесь? Так, светло, средне, темно. 750, 50, время, пауза, старт. О, смотри.
Время показывает. Стоп! Стоп! Олш! Стоп! Ну, пожалуйста! Наконец-то. Меню. О, что это? Да, тут, по-моему, таймер даже есть какой-то. Вес, цвет. Ладно. Я ничего не понимаю, я сдаюсь. Надо садиться за мануал. Вот книга рецептов и руководство по эксплуатации. Фух. В общем, дальше будет видео про то, как я в ней что-то готовлю. Наверное, все-таки. Забыл, как выключать.